фокусировать свое внимание на одном занятии ребенку совсем непросто. Но без этого навыка просто не обойтись будущему школьнику. Ведь совсем скоро ребенку придется выдерживать целые школьные уроки. А потому развитие усидчивости – одна из важнейших задач для родителей. Предложите ребенку игру под названием «Что изменилось?». Итак, раскладываем на столе в определенном порядке мини-игрушки, фигурки, фишки, детали конструктора. За 30 секунд малыш должен запомнить все предметы и последовательность их расположения. Затем закрывает глаза. В этот момент меняем расположение предметов, убираем или добавляем одну деталь. Задача Тёмы – определить, что изменилось. Ёжик с машинкой поменялись. Правильно, вот они. Отличный способ усадить ребенка – это длинные сказки и рассказы с захватывающим сюжетом. Рассказывайте малышу истории небольшими частями на протяжении нескольких дней. Каждый раз останавливаясь на самом интересном месте. Сюжет сказки должен быть оригинальным, а увлекательная история может быть и выдуманной. Главное, чтобы развязка была непредсказуемой. Если ребенок не усидчивый и невнимательный, обратите внимание на пазлы, ведь собирать их можно с самого раннего возраста. В год и два вместе с малышом можно собирать пазлы, состоящие из 4 и 6 частей, и с возрастом усложнять уровень, выбирать более объемные изображения и более мелкие детали. Несколько раз в день устраивайте физкульт-минутки. Предложите ребенку упражнения на удержание баланса. Для этого подойдут популярные асаны йоги. Фиксируйте положение ласточки, цапли, кобры или собаки мордой вниз как минимум на 30 секунд. Постепенно можно увеличивать время до 2 минут. Для тренировки усидчивости подойдут абсолютно любые опыты. Можно выращивать кристаллы или семена, или принести из леса веточку и смотреть, как постепенно распускаются почки. И здесь самое главное – продумать, как ребенок будет фиксировать свои наблюдения. Это может быть фотоотчет, это могут быть рисунки или, к примеру, таблицы, которую ребенок будет ежедневно заполнять и фиксировать изменения.